Hello to everybody. I'm Семён Роганов. Здравствуй, здравствуй, Семён. Орёл. Привет. Как дела у всех? Это твои пациенты, да? Да, сидят. Все прекрасно. Больше не пьем. Вывез их на свежий воздух. Ну и меньше тоже. Может, немного перестанут. Я Семён. Думать о плохом. Ты ведь тоже думаешь о плохом? Ну, конечно, да. В связи с недавними событиями и прочими. Ну, демонстрацию, например, разогнали. Где? Где, блин? Ну, вот на 9 мая. Например. Даже Сережа Зверев бастует. Да, даже Сергей Зверев бастует. А вы не бастуете, Семён? Нет. Почему? А против чего? Зверев. Ну, не знаю, вроде бы как бы все недовольны властью, а вы что? Я вообще доволен всем. Доволен, да? Особенно властью, да. Я вообще за Путина. Вот сейчас прямо я знаю, у меня дизлайков пойдет после интервью, там, не знаю, больше, в 3 раза в 4 больше, чем лайков. Ну, я скажу все, что я думаю, мне вообще похеру на все, вот сейчас серьезно говорю. Да? Да, вот я мнение группы там, ну, вот я, у меня независимое мнение, я, в общем, этот... Демократ или как там сказать-то хоть? Либераст. Я панк настоящий. А, ты настоящий панк? Да. Я уж и думаю, что и говорю. Я так подожди, панки-то они вообще-то в анархию свято верят. Ну, я и анархист, видишь. А почему тогда поддерживаешь Единую Россию? Нет, ну, я анархист в себе, то есть я не завишу вообще от власти. Но а, ты то есть монархист-анархист? Я Единую Россию не поддерживаю. Просто мне нравится, ну, что сейчас происходит вообще. А что сейчас происходит? Ну, солнце светит, травка зеленеет. А, все, я понял вас. Власть у власти. Короче, ты сыт, пьяный, нос в табаке, да, у тебя? Ну, пока не пьян, нет. А еще мне сказали, что вы очень любвеобилен. Ну да, есть такое. Ну, это личное, да, это... Ну да. Вы можете прочитать хоть один стих? Только собственного сочинения. Ну вот, именно. Я Семён Роганов, доктор экстрасенс. Девочка, тебе ко мне, если хочешь секс. Внешность Аполлона и половая страсть не дадут тебе в одиночестве пропасть. Ты, я знаю, хочешь, я хочу тоже. Может быть, друг другу в этом деле мы поможем. Непристойные желания покорили тебя. Заходи ко мне. Что-то там, доктор вылечит тебя. О, вот так. О, классно зачитал. Скоро выйдет клип на эту песню. Ну, я думаю, он покорит все рейтинги российские. Все этих рэперов Дудух уберет вообще. Кто-то у нас сейчас там, ну... Не, ну, а Баста, конечно, не доберусь, но там всякие остальных я не знаю. Баста, а, Гуф еще нормальный. Гуф, Баста. А кто еще там? Гуф, Баста, вот я слушаю. Скриптонит. Скриптонит, не, он что-то... Ну, мне не нравится, он что-то... Не воспринимаю. А МС Хованский вам не друг? Блин, нет, тоже не слышал. Я слышал так про него, но не слышал. Ну, батя в здании, у него там офигенный трек. Бам-бам-бам-бам-бам. Да я не знаю, некогда не слушать этого всего. Я слушаю то, что не знаю. Ну, мне кажется, у вас стиль одинаковый. Да? Да. Хорошо, блин, надо будет послушать. Послушай обязательно. Короче, Путин классный мужик. Вердикт всего, да? Мне нравится, что спортом занимается. В 70 лет в хоккей играет. Ночные эти, что... Молодец. Ночная лига у него. Ночная, да? Лига. Ты играешь в хоккей ночью? Я, например, не играю. Я только по утрам бегаю. В ночной хоккей. Я только по утрам в полюсе бегаю. Бильярд. Как важный ночной. Вон Монгол ржет. Ночной бильярд играю. А я по утрам в аппетит бегаю. Аппетит, суки, снесли. Прикинь, да? Ебать. У каждого свой спорт. Спорт. Вон, смотри, Дон Грачёза, вон жалуется, блин. Единственное место, блин, где мог выпить, и то закрыли. Нет, она теперь просто в другом месте. Она теперь не в подвальчике, нахуй, а наверху теперь. Ну а тебе что? Подниматься тяжело ему. Да. Топ-топ надо делать, топ-топ. Ну это хорошо. Вот что не делается, все к лучшему. Все к лучшему. А тебя, Мундул, что не устраивает на данный момент? Что б тебе хотелось бы? Да ему вообще похуй дым. На него ее. Или тебя все устраивает? Да пизды калитка. Чему тут устраивать-то? Ну, вот да. Ты сейчас вроде как на новую работу устроился. Ну да. Да ну, бред полный вообще. Убийство там какое-то смертельное, да. Блядь. Вот Паш, так вот. А это? Ты у нас где вообще, короче, работаешь? А я распиздяй. Ай-яй-яй-яй. Да-да-да. А вот у вас, доктор, бизнесы, да? Да. Таблеточки продаем с порошком. Какие? Вкусные. Новые спайсы изобретаете, американские. Очень, очень хороший бизнес. А вот тебе не кажется, что вообще вот вся вот эта вот канитель, типа того, Россия, там, блядь, возвращение к корням, это все дутая хуйня. Не кажется тебе? Я по поводу этого не думал.
Ну и все, и в связи с этим, что я могу сказать? Молодежь, вот молодежи, да, там, говорят, что там молодежи. Я говорю, молодежь, идите работать. Работайте, работайте, работайте. Пошите, пошите и пошите. В общем, работайте до смерти. Это мой лозунг, да. Тогда и будет вот меньше таких вот медалей, дутых, как вот у грача. Покажи, да, людям.